Бонусы всем подписчикам при покупке в самом дружелюбном магазине гаджетов makov.net. Привет, дорогие друзья, с вами Илюха Зверьё. И ко мне спустя 3 месяца пришел чехольчик, бабац, с eBay. Это никакая не реклама, это я сам лично заказывал. Кстати, отвертчики взял на всякий случай. Я его еще ни разу не открывал. Вот, спустя 3 месяца ко мне пришел чехольчик, он стоил 120 рублей. С eBay заказывал. Да, наконец-то пришел из Сингапура. Компания DevClive for iPhone 5. Короче, такие модные названия. Так, металлический бампер, который в России, к примеру, в Меге, ну, торговый центр Мега, там, из палочки, стоит 2000 рублей. Можно найти за 2500 в интернете. Ну, конечно, разные варианты есть. Надевается сбоку и завинчивается двумя винтиками. Хочу открыть и посмотреть. Почта России, спасибо за качественно доставленный товар. Очень понравилось сохранение упаковки. Смотрите, как все ровно. И очень быстро доставили. Класс. Вот. Почта России, спасибо. Так, ну давайте. Спасибо. Так, ладно. Сано здесь, наверное, уже 100 раз все открывали до меня. Наверное, таможенники смотрели. Смотрели и смотрели. Надеюсь, что ничего не помяли. Так, ну сейчас посмотрим, конечно, на качество этого чехольчика. И стоит ли покупать в России такой за 2500. Или можно за 120 рублей с eBay заказать. Так. Выбрасываем, выбрасываем. Да, к товару, который я сам заказал, могу относиться так. Но мне кажется, чехольчик должен быть прикольным. Так, это тоже все выбрасываем, непонятно, половинка. Ладно, нам что больше интересен? Сам чехол, давайте посмотрим на качество вообще продукции. Так, 120 рублей. Алюминий. Здесь вот под сим-карт сразу, смотрите, вырез есть. Так, идем ниже, здесь под Lightning. Получается, в середине два динамика влезает. Джек 3,5. Но не знаю, все ли наушники сюда будут подходить. Так, здесь у нас, я так понимаю, завинчивается. Нет, здесь ничего у нас не завинчивается. Здесь можно повесить шнурочек. Вау, круто. Кстати, подумали об этом. Здесь ничего. Такая интересная, смотрите, грань идет. Здесь отверстие под увеличение, уменьшение и выключение звука. Есть небольшие коцки. Вот прям, видите, вот маленькая коцка, но она настолько маленькая, но это ребрышки просто от того, здесь вот, еще ближе вам покажу, если возможно, вот это вот, вот так вот, да, такая рифленая поверхность, и вот она заканчивается небольшими ребрышками, ну и ладно. Так, идем выше, здесь у нас, а что у нас здесь, так, клавиша включения, видимо там, да, здесь нужно штучку вставить, пимпочку. Она будет у нас как раз выключение. Я уж подумал, как-то так не подходит. Нет, все нормально, здесь дается комплект, и в нем, видите, как раз можно завинтить. А, кстати, шестигранник. Значит, зря я эти отвертчики свои достал. Ну ладно. Так, ребят, теперь давайте посмотрим, что здесь. Маленький ключик шестигранник, которым сейчас будем отворачивать все это. Какие-то непонятные две темных пластины. Я пока даже не представляю, для чего они нужны. По крайней мере, в этом чехле. Давайте достанем. Пока без понятия. 4. Видимо, прокладочки, чтобы корпус телефона не терся. Может, на телефон надо наклеить. Ну, скорее всего. Вот. Два маленьких винтика. Оп, видимо, запасные, что ли. Получается. Тоже здесь уже два есть. Ну да, запасные. Слушайте, классно, за 120 рублей. Вот, и клавиша выключения. Ну, давайте теперь все это поставим на место. Ну, короче, одна полоска у меня встала, ну, практически ровно, ладно. Ну, реально, наверное, чтобы не терлось вот это вот основание металлическое. И с другой стороны, наверное, тоже здесь наклею. Хотя можно и сверху, наверное. Не знаю. Одна, вторая, наверное, три, четыре, вот так сейчас наклею. Итак, что, последняя полочка сейчас у меня будет наклеена. Надеюсь, что ровно. Ну да, ровно. Короче, раз, два, 3-4. Ну, это означает, наверное, что этот чехольчик буду носить в ближайшие там месяца 2-3. Потому что, ну, иначе чего я это все делаю? Так, ну давайте теперь попробуем. Вот так вот, да. Так, что? Ставим. А, наверное, нужно клавишу включения сюда засунуть. Хотя что-то я не совсем понимаю, как. Вот так вот, скорее всего. Да, вот так вот. И вот эту клавишу включения у нас будет. Так, тогда это вверх ногами будем делать. Так, где у нас лицо-то будет, да.
А включение, да, все верно. Так, что-то он шатается, что ли, немножко. Что-то я не понял. Что за уплотнители? Смотрите, немножко шатается. Интересно, может это уйдет после того, как вот эту сторону закрепим. Давайте попробуем. Я что-то пока не уверен, что это все уйдет. Так, может неправильно? Ну да, неправильно. Может я уплотнители просто не туда, на самом деле, наклеил. Я, конечно, точно могу сказать, что производитель как знал, что нужно было класть 4 винтика, потому что один я реально не смог найти. Я все обыскал, у меня ковер с таким вот ворсом, и это очень сложно. Мне даже магнитик из Таиланда не помог, к сожалению. Ну да ладно, у меня остался один запасной винт. Вот он, нужно его не потерять, на всякий случай. Итак, смотрите, что у нас получилось. Так, делаю ближе и давайте рассмотрим. Короче, здесь все закрутил, задник, низ. Такой вот у нас здесь вышел Lightning с джеком 3,5. Не уверен, что в 3,5 будет все дотягиваться. И смотрите, как-то он немножко кривоват, что ли, находится. Но можно вообще использовать, конечно, другие еще вещи совместимые. Например, сейчас вам покажу такую вот штуку. У меня из другого обзора. Удлинитель 3,5. Ну, я, к примеру, обычно дома слушаю. Кстати, здесь он тоже не дотянется. И это печально, потому что хрен теперь в 3,5 чего вставишь. Да, но сюда, конечно, не дотягивается. Хотя, может, и дотягивается. Прям в край. Ну, и так, конечно, послушно. Вот. На это можете не ориентироваться. Потому что хреново сделано. Вот, 3,5, ой, джек, лайтнинг, понятно. Да, я уже заговорился. Лайтнинг и динамики фиг с ними. Насчет сим-карты, тоже пофигу. Вот, и придется, наверное, с собой всегда таскать отверточку, если я захочу послушать музыку. Вот, а так, в основном, прикольно выглядит, мне очень нравится. За 120 рублей вообще суперски. Ну и защищает его от падений. Понятное дело, что это металл, это тебе не какой-то пластмасса. Ну, алюминий. Прикольно. Вот, теперь можно ронять, сделать дроп-тесты, но, конечно, я не буду этого делать. И красный чехол, смотрите, как клево выглядит. Вау. Вот такой вот у меня новый чехол с сайта ebay.com из Сингапура. Ой, что-то я набрал. Из Китая, 120 рублей. Вот, всем спасибо, что смотрели, ставьте лайки, комментируйте, что вы по этому чехольчику думаете, и подписывайтесь на новые ролики. Ну все, ребят, всем спасибо и всем пока.